Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. 29 марта. В Норильске опять наступила зима. Сегодня я с вами разговариваю вот так, потому что очень холодно. У меня даже замерзли глаза от ветра. Как говорится, нет плохой погоды. Любая погода хорошая, главное правильно одеться. Ух, ветер в лицо, отмерзает лицо. Вот сегодня я оделась как обычно, как в обычный зимний день. Ух, дует, идет, но замерзла очень. Немножко от ветра, пойду задом. Температура воздуха сегодня минус 26 градусов, но скорость ветра 10-15 метров в секунду. Ветер северный, и это очень холодно. Для Норильска такой ветер — это довольно-таки серьезный ветер. И если он еще и северный, то это капец, труба. В общем, минус 26 градусов, но по ощущениям минус 35 и плюс ветер. Зима. В Норильск пришла зима. Отмерз лоб. Отмерзла переносица. Но в магазин идти надо, потому что надо готовить кушать. А кушать я готовлю каждый вечер. Спросите, почему каждый вечер? Потому что я разбаловала своего мужа. Кто в этом виноват? Конечно, я сама. Ой. Потому что у меня Серега кушает только свежеприготовленную еду. После субботнего дня, теплого субботнего дня, ну совсем не хочется уже мерзнуть. Ну правда, ну совсем не хочется. Где-то уже весна, прям вовсю весна. Не, у нас еще долго до весны, мы еще помёрзнем. Ладно бы, если бы просто мороз. Но когда мороз с ветром, мне кажется, как ни одевайся, все равно замерзаешь. Вот у меня подписчики спрашивают некоторые, как вы не мерзнете? Почему мы не мерзнем? Почему вы думаете, что мы не мерзнем? Мерзнем. Еще как мерзнем. А куда одеваться? У нас нет вариантов. Вот так вот перебежками. Замерзнем, забежим куда-нибудь, погреемся в какой-нибудь магазин. И дальше побежали. А что делать? О, смотрите, как метет. Поземка какая. Завтра вроде бы будет еще хуже. Посмотрим, что будет завтра. Короче, маленько погодка нас порадовала и скажет, хватит с вас, дорогие мои норильчане. Еще не время радоваться.
Еще апрель впереди, еще даже март не закончен. В общем, добежала я до магазина. И на этом я буду с вами прощаться. Пойду греться. Пока. Прям гололед страшнейший. Здесь постоянно ветер вот между вот этими вот домами. Продувает вот это место. Просто выдувает снег. И получается вот такой лед. И очень страшно подскользнуться. Вот смотрите, как прям. И вот здесь же ходят люди. Страшно, страшно. Вроде стали у нас посыпать чем-то тротуары, но не везде. Где-то смотришь, посыпанное, где-то ничем не посыпано. И страшно ступить.